Он самый кровавый. Ну, а вот этот мы бежим на Левен. Посмотрите на него. Это самый крупный камень на Земле. Самый крупный бриллиант на нашей планете. Называется он Кулина. Звезда определяется. Красавец, необычный. Весит эта капля, а это именно капля, никакой другой камень, а именно капля, самый крупный бриллиант, весит он на данный момент 530,2 карата. А когда-то он был у нас 3106 карат, алмаз, большой камень. Выглядел он изначально как большой мужской кулак. Вот такой, представьте себе, если посмотрите на крупный мужской кулак, вот так он был найден в виде алмаза. Его подарили, и я не утрирую, в виде взятки в английском королевском престоле. Кто самый сильный и влиятельный на тот момент был? Англия. Подарили. Почему? Взвешивали два момента. Что дешевле? Остаться жить, да еще и богато жить, или поставить камень и умереть. Почему? Потому что попытались бы обязательно его украсть. Поэтому камень дарится английской королеве, она принимает красивейший дар, отдает братьям Ашерам, по сей день считаются лучшими огранщиками в мире, и они раскалывают камень. Перед нами один из получившихся камней, самый крупный в мире. У него еще два брата есть, здесь не представлены, но знаменитейшие братья. Второй камень, 240 карат, половина этого, в виде подушки, обычная подушечка ограненная. Украшает имперскую корону английской королевы, которую одевают раз в жизни, только на коронацию. Ну и третий брат у них, маленькая капелька, 120 карат, по сравнению с этим, 109, да? 120, маленькая. Вы помните ее? Все ее видели? Бракосочетание принцессы Дианы. Вспомните. У нее красивая нежная диадема, но если присмотреться, внимательно в центре висит вот эта капля. Называется диадема принцессы. Так вот, три самых лучших, больших, красивых капли получилось из того, что было. Вот. Сейчас можно их увидеть в Лондоне, там.